В пятницу в администрации района прошло совещание, на котором присутствовали исполняющие обязанности министра внутренних дел по республике Адыгея Мурадин Брантов, первый заместитель главы района Руслан Емыков, начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Энзаур Гишев, прокурор Кашхабльского района Евгений Зиновчик, прокурор Шавгеновского района Аслан Беритай, личный состав межмуниципального отдела. Открыл встречу исполняющий обязанности министра внутренних дел по республике Адыгея Мурадин Брантов, который представил личному составу вновь назначенного на должность заместителя начальника межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский начальника полиции Руслана Мамиёк. Приехал с приятной миссией. 8 февраля текущего года мною подписан приказ за номером 42 по личному составу о назначении на должность заместителя начальника межмуниципального отдела МВД России Кашихабльский начальника полиции подполковника полиции Мамия Руслана Арамбеевича. Пожалуйста, присаживайтесь. Руслан Арамбеевич свою служебную деятельность начал в органах внутренних дел 1994 года с должности милиционера-водителя роты ППС районного отдела внутренних дел по Токтамукайскому району. Спустя полгода продолжил свою службу в отделении уголовного розыска вышеназванного районного отдела. Последующие 10 лет работал исключительно в подразделениях уголовного розыска и в 2005 году с должности начальника отдела по борьбе против личности и организации разыскной работы Управления уголовного розыска МВД по Республике Адыгея убыл для учебы в Академию управления МВД России. Данную академию успешно в 2007 году окончил, вернулся для прохождения дальнейшей службы в родной районный отдел на должность первого заместителя начальника отдела начальника криминальной милиции. В 2011 году во время реформирования органов внутренних дел был выведен в распоряжение Министерства внутренних дел по Республике Адыгея и, пройдя успешно аттестацию, был назначен на должность заместителя начальника отдела начальника полиции. В 2012 году был назначен на должность начальника отдела МВД России по Токтамукайскому району, по настоящее время проходил в данной должности службу. В связи с принятым решением о перемещениях руководящего состава, в связи с перестановками кадровыми, было принято решение о назначении на данную должность, которую я уже представил. В завершении прокурор района Евгений Зиновчик выразил пожелание усилить работу в области противодействия коррупции.